У Лерочки сегодня день рождения, поэтому мы наряжались все утро. Вот такое красивое платье на Лерочке, прическа. Поздравлять девочку мы будем позднее, когда старший брат Кирилл придет со школы. А то уж он очень расстроится, если я это сделаю без него. Лере исполнилось 6 лет. Все эти годы мама не разлучается со своим ребенком ни на минуту. Девочка не умеет ходить, сидеть, разговаривать. У нее детский церебральный паралич. Во время беременности на 37-й неделе Оксане сообщили, что голова ребенка отстает в развитии на 1 месяц. В таком случае роды надо было проводить с помощью операции кесарево сечения. Но Оксана рожала самостоятельно. У ребенка была серьезная травма позвоночника. Второй и третий позвонок в родах сломан. И выдернуты нервы правой руки. Но на момент сегодняшний 8 месяцев операция по восстановлению нервов плечевого сплетения правосторонне восстановлена. Но рука, как сами видите, она до конца неполноценная. После операции, которая прошла с помощью благотворителей Русфонда в Ярославской клинической больнице, Лера стала держать голову, шевелить пальцами. Второй этап операции из-за неврологических проблем отложили. Но после обследования в Российской клинической больнице и изменений методики приступы прекратились и началась ремиссия по эпилепсии. Сейчас предстоит обследование и диагностика в Институте медицинских технологий. И мы также вынуждены обратиться в Русфонд за помощью. Стоимость лечения 199 430 рублей. Но таких средств у семьи нет. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта русфонд.ру соберут 118 430 рублей. Донор, пожелавший остаться неназванным, несет 50 тысяч рублей. Не хватает 31 тысячи рублей. Чтобы помочь Лере, нужно отправить сообщение со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Сейчас Лера постоянно проходит курсы реабилитации в Иванове. Лечебная физкультура, массаж, занятия в бассейне дают результаты. Девочка стала смотреть на маму, реагировать на слова и особенно на любимую музыку. Но у Леры сильные повреждения головного мозга. Ей необходима длительная реабилитация, а также лечение для снижения патологического тонуса мышц. На этом фоне будет увеличиваться двигательная активность и объем движений. Мы будем развивать моторику правой руки, также будем проводить стимуляцию и развитие отсутствующих двигательных навыков. Будем учить ее сидеть, вертикализировать. Также будем развивать речь, улучшать зрительные функции. Помочь Лере можете и вы. Всего лишь одно СМС со словами «дети» может подарить девочке и ее маме надежду. Ольга Евгеньева, Валерий Осипов, Вести, Иваново.